Здравствуйте, в эфире национального телевидения «Чуваши» и дневной выпуск информационной программы «Республика». В студии Алексей Андреев. В Чувашии осложнилась эпидемиологическая обстановка. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю резко возросла на 62%. Какие меры необходимо принять прямо сейчас, обсудили на еженедельном совещании правительства республики. Минздрав отслеживает ситуацию в последние 6 недель. На прошлой 6-й неделе по поводу гриппа и ОРВИ обратились к врачам свыше 12 тысяч человек. Суммарный показатель – 992 заболевших на 100 тысяч населения. Наибольший рост заболеваемости зарегистрирован у детей в возрасте от 7 до 14 лет. При этом заболеваемость среднемноголетнего уровня сегодня регистрируется выше на 39%. Госпитализировано за неделю 300 больных острыми респираторными вирусными заболеваниями. При этом в основном дети до 17 лет. Из-за этого в большинстве школ республики объявлен карантин. В некоторых даже отменены занятия либо для всех учеников, либо только для младших классов. Традиционно самая высокая заболеваемость в Новочебоксарске и Чебоксарах. В этом году к ним прибавились Мариинско-Посадские и Янтиковские районы. Новый вирус AH3N2 выявлен у 3 больных. Еще несколько случаев гриппа Б, парагриппа и риновируса. Ни один из этих пациентов не был привит от гриппа. По основным группам. Какие еще темы обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства, мы расскажем в вечернем выпуске в 20:00. А на совещании с главами муниципальных районов и городских округов первым в повестке дня стал вопрос задолженности за газ. Проблему задолженности районов за газ называют не иначе, как снежным комом. Он уже большой, но если не разбить сейчас, станет еще больше. Из учета поставки января задолженность города газ составляет 437 миллионов рублей. Наиболее значительную задолженность за природный газ имеют администрации и теплоснабжающие организации Варнавского, Ипресинского, Козловского, Марпасадского, Парецкого и Тюрьевского районов, а также городов Алатырь, Канаш, Шумерле, Чебоксары. Я назову три муниципальные образования, которые на сегодня налажены работу и взаимопонимание во всех вопросах имеются. Это Патрицкий, Комсомольский, Красноармейский, Красночитайский, Маргаусский, Чебоксарский, Чумашевский, Ядринский, Ярский и Ядринский район. У них оплата составляет более 85% от всей погоду. Мы анализируем это 14 год. Остальные неназванные муниципальные образования от 50 до 70% оплаты составляют. Гарантии оплаты задолженности под залог имущества должники так и не предоставили. Усугубляет ситуацию и нынешнее состояние экономики. Сегодня проблема с короткими кредитами практически вот у всех организаций, которые в предыдущие годы работали за счет этого и могли гасить те финансовые разрывы, которые имели. Сегодня, в принципе, я так понимаю, тоже увеличена ставка. Представители «Газпрома» отмечают, от должников как муниципальных образований, так и предприятий сейчас требуется хотя бы исправно вносить деньги по текущим платежам. С долгами как-нибудь разберемся позднее. Но и тут все непросто. Управляющая компания, конечно, основной должник. Она, я не могу сказать, что они усилили работу претензионную, но большого эффекта, например, в суд подано 1300 исковых заявлений, и уже в судебных списках находится 394. Поступление, конечно, совершенно незначительное, где-то 3,5 миллиона по данным искам. И много очень отключений. Ежедневнические настроения у жителей Алатыря вошли в привычку. И как итог мы имеем сумасшедшие долги, никто платить не хочет. У вас, кстати, одна из самых больших задолженностей именно по населению, она за последние 3-4 года сильно не изменилась. Для анализа причин образования и роста задолженности, выявления признаков нецелевого использования, хищения денежных средств при прокуратуре республики создали специальную межведомственную мобильную группу. Помимо долгов за газ, обсудили на совещании и работу по снижению безработицы в регионе, а также подготовку к сезонным полевым работам. Они, вероятно, в этом году начнутся рано, отметил министр сельского хозяйства. Планируется, что посевная площадь составит 565 тысяч гектаров. Татьяна Трофимова, Ольга Пырочкина, Расиль Мухаметов, Республика.
Новочебоксарск, Алатырь, а с 2015 года еще и Канаш. Три индустриальных города Чувашии включены в программу модернизации моногородов. Рабочая группа правительственной комиссии побывала в городе Железнодорожников, чтобы на месте обсудить первоочередные планы. Сложность ситуации в моногородах оценивают по принципу светофора. Канаш сегодня подает красный сигнал. Два градообразующих предприятия города, в том числе и автоагрегатные, на грани закрытия. Половина трудоспособного населения города уже сейчас выезжает на заработки в другие места. Поэтому так важно детально проработать все варианты занятости людей. Мы знаем, какие трудности. Через какие трудности прошел город. Здесь я была 2 года назад, и тогда обсуждался вопрос о закрытии градообразующего предприятия. Мы видели тревожные лица сотрудников, мы видели, как переживает администрация, как переживает республиканская власть. И тогда было принято решение, что, не дожидаясь сокращения, нужно работать над тем, чтобы создавать новые производства. Процесс создания новых производств будет осуществляться под строгим контролем рабочей группы, подчеркнула Ирина Макиева. Основная задача сегодня – проверить жизнеспособность уже существующих инвесторов и привлечь новых. В Алатыре и Новочебоксарске программа модернизации реализуется успешно. Эти два моногорода вошли в пятерку лучших по стране. Но успокаиваться на достигнутом еще рано, считает глава республики. Финансовые средства с федерального центра просто так не давались и не будут даваться. С учетом этого, уважаемые коллеги, друзья и руководители хозяйств субъектов, я прошу вас, не приукрашивая события, качественные документы, которые подготовлены, все это надо освежать, актуализировать, где нужно корректировать, скорректировать. И в рабочем ритме, когда нужно ручное управление, все это представлять. Ставку делают на строительство индустриального парка. Уже есть резиденты, готовые там работать. Например, Аурат СВ, Дивилей и другие. Сейчас вплотную занялись созданием инженерной инфраструктуры. По программе моногородов Канаш получит 645 миллионов рублей из федерального бюджета. Таким образом, когда все инвестиционные проекты заработают на полную мощность, в Канаше появится почти 2000 новых рабочих мест. Дарина Игнатьева, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика. В Чебоксарах состоялась горячая линия по вопросам ЖКХ. На вопросы горожан отвечали специалисты Минстроя, жилищной инспекции и госслужбы по конкурентной политике. Что больше всего волнует чебоксарцев, узнаете из следующего сюжета. Специалисты всех служб принимали звонки от горожан целых 2 часа. Дома у нас жарище 31-32 градуса. Звонки к инженеру, управляющей компанией «Озона» результаты не приводят. Тепло у нас не убавляется. Дома жарища, окна, естественно, с кухни сутками не закрываются, мы греем улицу. За маленькую комнату 21 квадрат мы платим, за отопление только 1458. А в декабре, ноябре-декабре вообще 2000 с лишним было только у нас отопление. Это еще мимо квартплаты. Тут уже как бы идет некачественное предоставление коммунальной услуги, поэтому вам, не откладывая дело в долгий ящик, обязательно надо составить акт. Вы можете пригласить инспектора с госжилинспекции, они также осуществляют замер температурного режима. Будет составлен акт и будет дано предписание управляющей компании о том, чтобы они произвели перерасчет платы за некачественно оказанную услугу. Локальные проблемы – локальное решение. Жалобы и предложения поступают ежедневно. Когда просматривается единая проблема, организуются вот такие совместные горячие линии. На сегодняшний день одной из самых острых тем стал расчет платы за отопление. С нового отопительного сезона расчет платы производится, исходя из фактических объемов потребления тепловой энергии. Соответственно, в зимний период сегодня рост платы именно за эту услугу очень вырос. Поэтому людей, конечно, этот вопрос очень волнует. И второй, наиболее актуальный вопрос – это сегодня порядок начисления платы за горячее водоснабжение. За 2 часа работы горячей линии было принято более 30 звонков. Практически все они касались расчета размера платы за коммунальные услуги. Если вам не удалось задать интересующий вас вопрос, в Минстрое Чувашии работает горячая линия по понедельникам с 15 до 17. Телефоны 62 41 96 и 62 47 28. Даже
Погода, как всегда, удивляет жителей республики. Не успели мы привыкнуть к наступившим холодам, как вновь идет потепление. Что ждать жителям республики в ближайшее время? Ответ на этот вопрос искала Юлия Важенина. Большая уборка идет на улицах столицы уже не первую неделю. Чувашу снегом буквально завалило. За первую неделю февраля уже выпало 20 миллиметров осадков, при месячной норме 24 миллиметра. За это время с улиц вывезли более 30,5 тысяч кубометров снега. Это практически в три раза больше, чем за весь прошлый месяц. Город справляется с снегом и в громадных пробок, заторов каких-то. Ну вот как, допустим, там взять в Казани было, в Нижнем Новгороде. У нас таких не было. Конечно, были у нас проблемы на троллейбусных маршрутах, где из-за ледяного покрытия троллейбусы пробуксовывали и создавали остановку движения. А такого заторов не было. Что касается сегодняшнего дня, в соответствии со всеми планами, заданиями, по Дорексу работает свыше 95 единиц техники. По расчистке. По управляющим компаниям работает до 30 единиц техники на домовых территориях. Ну и на дорогах частного сектора 17 единиц. Дворников и рабочих в пределах 1100 человек. Армия дворников работает ежедневно, убирая остатки. К счастью, обильных снегопадов на этой неделе не прогнозируют, так что есть шанс обойтись без аврала. В ближайшую неделю на погоду в Чувашии будут оказывать влияние южная периферия обширного многоцентрового циклона, проходящего по северу европейской территории России. Небольшие осадки возможны почти ежедневно. Будут они преимущественно в виде снега. Но в четверг и в пятницу мы ждем, что осадки еще будут и в виде мокрого снега. Ветер ожидается западный и северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в начале недели ожидается ночью от минус 7 до минус 12. При прояснениях местами возможно понижение до минус 17 градусов. Днем столбик термометра будет показывать минус 3, минус 8 градусов. В середине недели за окном потеплеет, но к выходным столбик термометра снова опустится. Как сообщили в гидрометцентре Чувашии, такая погода абсолютно характерна для февраля. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. Куклы Тильды, живопись акрилом и акварелью, открытки в стиле декупаж – все эти экспонаты можно увидеть в художественном музее. Там открылась выставка «Хоббит-2015». К прекрасному прикоснулась и наша съемочная группа. Готовые изделия, конечно, потрясают эти сочетания. Это вот я на ковшаге сплавлялся, и на дереве сел вот так прибит. Вот так. Вот сюда гвоздь забит и висел. Хобби у каждого свое. Кто-то вышивает, кто-то рисует, а кто-то поет. Всю многогранность талантов жителей нашей республики собрал в одном месте творческий проект «Хобби-2015». С 2012 года у нас работает эта выставка, и она постоянно расширяется. Мы все новых и новых ищем людей. И многие заинтересованы. Те, которые придут на выставку, они будут сожалеть, что не участвовали в сегодняшнем проекте. Но они придут на следующий год. Так у нас и бывает. Каждый год этот проект собирает в стенах музея людей, не связанных напрямую с творчеством. Медиков, историков, юристов, психологов. Хобби помогает им реализовать свой художественный потенциал, освоить непривычный жанр искусства, найти новых друзей. Моя работа Пугачева. И еще у меня есть несколько работ, которые тут тоже представлены и были в прошлом году, в стиле скульптурного текстиля. Но это хобби меня заинтересовало где-то вот на пенсии, потому что больше свободного времени появилось. А людям нравится. Мне самой тоже. Я с душой с удовольствием копошусь. На выставке можно познакомиться с творчеством не только местных мастеров, но и художников из соседних регионов и даже стран. Впервые за 20 лет здесь представлены работы австралийских коллег. Посетителям музея есть чему удивиться и, возможно, научиться. Ну, на таких выставках я не первый раз уже, третий раз, по-моему. Так, и поэтому каждый раз прихожу с большим удовольствием, потому что представлено разнообразие техник. Многие из этих техник можно увидеть, конечно, в интернете. Так, но воочию наяву увидеть, конечно, всегда интереснее. Кстати, смастерить что-либо своими руками может любой желающий. Для этого в рамках проекта проходят различные мастер-классы. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика. Олимпийский стадион стал в прошедшие выходные местом проведения Всероссийского дня зимних видов спорта. В годовщину Сочинской Олимпиады здесь состоялись показательные выступления спортсменов, фотосессия с участниками Олимпийских игр, дискотека на льду. На празднике спорта побывала и наша съемочная группа.
Забывать Олимпиаду, проведенную на российской земле, никто не собирается. Доказательство тому – Всероссийский день зимних видов спорта, который планируют сделать традиционным. И, конечно, невозможно представить этот праздник без участников и чемпионов Олимпийских игр из Чувашии. Год прошел, как прошли Олимпийские игры, как будто вот вчера они были. И в течение года, естественно, вспоминали те победы, те яркие победы. На самом деле, Россия продемонстрировала очень яркие победы. Поэтому сегодня еще раз вспомнить, мы еще двойне рады. Мне было очень приятно, потому что я видела тех людей, с кем бежала я эстафету. Вообще форма красивая, столько эмоций. Я считаю, что такие праздники вообще нужны они. Что они будут каждый год... Это считаю, что правильно. Олимпийский стадион на время превратился в настоящий спортивно-развлекательный комплекс. Спортивный, потому что тут выступали воспитанники школ по фигурному катанию, хоккею с шайбой и шорт-треку, демонстрируя свои умения. А развлекательный, потому что после захватывающих выступлений всех ждала дискотека на коньках. Сегодня было весело, много эмоций, много друзей, знакомых. Мне понравилось. И в следующем году обязательно... Второй год после Олимпийских игр буду праздновать здесь же. Такого в Чебоксарах еще не было. Диджеи на время сменили студии и клубы на открытую ледовую площадку и устроили развлекательный вечер прямо на льду. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаметов, Республика. Лыжня России продолжает бить рекорды. В эти выходные только в столице республики на массовые старты вышли 13 тысяч человек. Все они собрались в парке имени 500-летия Чебоксар. Причем некоторые не столько торопились на финиш, сколько удивляли зрителей необычными костюмами. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Первыми на старт массовой гонки выходят самые юные участники. Кто-то преодолевает дистанцию самостоятельно, а кто-то вместе с родителями. На крутые подъемы многим удается забраться только на руках у пап. На старт 10-й по счету лыжни вышли и ветераны. Вера Орлова массовую гонку не пропускала никогда, причем и в этот раз она облачилась в национальный костюм. Силы мало остается что-то. И в общем, вчера в этот раз меняла, но силы уменьшаются. Ну а душа у меня молодая, как у 17-летнего. Трасса хорошая очень, погода очень хорошая. Люди все счастливые, все эти молодежь вышли, все и радуются. Вместе с чебоксарцами на старт вышли и гости из южных стран. Студенты Чувашского госуниверситета из Конго, Туниса и Анголы, едва привыкшие к русским холодам и снегу, уже уверенно преодолевают лыжную трассу. Говорят, что к этому дню они готовились долго, каждый день выходили на тренировки в парк. Я много тренирований сделал, но сегодня все видно, но... Тяжело было, но привыкал. Упал несколько раз, но нормально, пойдет. Понравился наш? Да, понравился. Катание на лыжах. Нравился, конечно. На трассе не только любители, но и спортсмены с опытом, лучшим из лучших, по традиции вручают награды. Но многие сюда приходят не ради победы. Это у меня юбилей на 10-й раз на лыжню России. И этот самый очень рады. Это самое. Ну, почаще, чтобы народ выходил на трассу, почаще такие соревнования организовать. Участники VIP-старта на этот раз преодолели дистанцию в 2015 метров. Этот забег решили посвятить предстоящему чемпионату Европы по легкой атлетике. Он пройдет в Чебоксарах нынешним летом. На лыжи в этот день встали члены кабинета министров, сотрудники администрации города и депутаты. С каждым годом все больше и больше народу собирается. В этом году мы решили два дня. Вот субботу в Лапсарах провели спортсмены эти мероприятия. В воскресенье любители здесь, в парке 500-летия собрались. И это здорово. А может, в следующем году еще площадок больше сделаем. Я думаю, что каждый получил частичку здоровья, частичку хорошего настроения. А вот глава республики опробовал трассу еще до того, как массовой лыжне дали официальный старт. С точки зрения... Удовольствие на этой трассе можно
получить столько положительных эмоций, столько энергии на этом свежем воздухе, это словами передать сложно. Надо встать на лыжи, пройтись, прогуляться. На этот раз в парке 500-летия чествовали не только призеров всероссийской лыжни, но и тех, кто внес большой вклад в проведение Олимпиады. Награды в честь годовщины сочинских игр получили тренеры, артисты народного ансамбля и журналисты. Глава региона отметил, что приоритеты государственной политики в области спорта не изменились. Мы вводили и вводим объекты физической культуры и спорта. В этом году введем в городе Чебоксары объекты новые. Это для вас. Количество участников массовых стартов успели подсчитать уже в выходные. Всего в эти дни в республике встали на лыжи более 50 тысяч человек. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. Авторское кино. Есть ли у него будущее и где его показывают? Ответы на эти вопросы смотрите в передаче «По существу» сразу после информационной программы «Республика». У нас в гостях режиссер Владимир Синяев. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время.